Всем привет, с вами снова Дезертиры, как всегда, это Assassin's Creed. И мы продолжаем прохождение с той миссии, на которой остановились. Поехали. Итак, на этом острове мы нашли все стелы Майя, точки обзора. Ну и... Кит уплыл, а мы поплывем сейчас, видимо, за ним. Что, они признали собственного капитана, ребят? Вот наш корабль сейчас загружается, видимо, грузы. Так, а почему он не хотел забираться? Все. Капитан! Вот, наша команда нас даже приветствует так. Капитан на мостике! Покинуть это место. Эй, капитан, мы тут нашли морские карты и регистры. Они были в деревне. Мы отнесли все в каюту капитана на галке. Нужные вещи. Морские карты и регистры? Пригодятся, если решимся создать свой флот. Я тоже так подумал. Взгляни на них и скажи, что думаешь. Окей. Взглянем. Значит, мы можем здесь еще и собственный флот создавать, то есть... Не обязательно на каждую миссию ходить самому, ну, из разряда тех, что там. В общем, вы поняли, о чем я. Итак, перейти к флоту. Круто. А, к чему тогда это было? Ладно. Посмотрим, что мы можем создать здесь. Может, мы можем укрепить уже наконец-то наш корабль. Да, смотрите, у нас куча ресурсов. Я что-то этого даже не заметил. Когда они, кстати, у нас так появились-то? Случаем не после ли активации этих... DLC, так называемых. Можем прокачать еще мощность Falconet. Водолазный колокол. Ух ты ж. Это огромный стальной колокол, вмещает большое количество воздуха, позволяя водолазам достигать глубины. А! Тогда примерно... Отсеки для тяжелых ядер. Этот отсек позволяет галке перевозить значительное количество тяжелых ядер. Ну, то есть, я примерно... Для мортирных, для зажигательных, для экипажа... А, то есть больше экипажа. Трюм. Позволяет перевозить огромные объемы груза. Броня шлюпки. Это... Шлюпка удерживает большое количество атак жертвы. И гарпун. Мощность, соответственно. Ну, это как вот мы на акулу... Также отсеки для гарпунов, то есть определенное количество мы можем привозить. Внешний вид галки. Все это покупать надо. То есть алые паруса. Ну, я бы на самом деле как раз вот, наверное, вот такие паруса и взял. Но у нас пока недостаточно денег для этого. О, штурвал в виде кракена. Это как раз... Это как раз дополнение, то, что вот активируется от корабля смерти. Но мы не будем пока их активировать, хотя было бы, конечно, прикольно там с кракеном, например. Или вот таким вот носом плавать. А вот. Ну, лишь со штурвалом. На данный момент у нас простой штурвал, так что будем, наверное, с ним плавать.
Итак. Можем еще там все костюмы, в принципе, покупать, но не будем. Меня всегда, кстати, единственное, что в играх бесило, когда DLC дается куча ресурсов иногда. То бишь денег или еще каких-то. Вот мне всегда не нравилось, на самом деле. Потому что, ну, зачем так делать? То есть, на мой взгляд, человек сам должен добывать все для постройки того или иного. Хотя, некоторые вообще читаем пользуются. Капитан на вахте! Итак. Какие у нас планы, капитан? Нынче чудный день для грабежа. Есть идеи? Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Аде? А твоя цель? Кит намекал, что в Тулуме ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко на западе. Ты ему доверяешь? Не знаю. Но в чем ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро. Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулум. Ну что ж, берем действительно курс и потихоньку плывем. А вот что попутно еще встретим интересного. Так, не забываем, что это запретная зона, и надо аккуратно оплывать все корабли. Хотя я вот не поверю, что они вот нас прям вот, ну, не видят. Хотя, да, они плывут в другую сторону. Он прям вот никто вот не посмотрит назад, да? Вот попутно я здесь нашел груз. Случайным образом. Накидывай! Нас! Поднять всех! Марселя! Брамселя! Бом Брамселя! У нас пока хватает выживших. Ну, в смысле, команды. Ой. Это за нами? Нет, это просто. Просто проплывают. Мы сейчас все равно выйдем из запретной зоны. И можем уже спокойно плавать дальше. Какой-то большой, кстати, остров вот этот. Давайте посмотрим, насколько он реально... Нифига себе! Так, вообще вот на Гавани мы были изначально, да? То есть мы можем сюда прям переместиться. Нам надо на Юкатан. Кстати, быстрее будет переместиться к Гавани. И доплыть уже оттуда, потому что очень долго плыть. Какие у нас планы, капитан? Нынче чудный день для грабежа. Есть идеи? Повторяюсь. Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Аде? А твоя цель? Кит намекал, что в Тулуме ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко на западе. Ты ему доверяешь? Не знаю. Но в чем ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро. Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулум. Что-то многовато британских кораблей стало в море. По крайней мере, как по мне. Даже в каком-то смысле сказал, что слишком много. Ладно, тем не менее, пытаемся поднимать еще ресурсы. Кстати, вот интересно, мне за захват того корабля дали хоть что-то? Ну, то есть, на нем же были какие-то ресурсы, наверное, в той деревне, где Галеон. Может, это с него все-таки деньги? Не знаю, ладно, не важно. Оба-на, мы в шторм попали. А там форт еще какой-то. Вижу форт, капитан! Ложись, мортира! Приготовиться! Ура, она мимо нас. Штирбо! Водяной шлем! Держитесь! Они нас видят, капитан! Бли! Подходящая дистанция! Только скажите, Бли! Бли!
Приготовьтесь, капитан! Ох, нас сейчас накроют. Столкновение! Блин! Хороший блин, залп нам поможет! Готовы, сэр! Блин! Выбирай до конца! Поймаем ветер! Они уязвимы здесь, надо бить! Блин! Кэп, удачная позиция! Зал! Заряжаю! Зал! Кэп, удачная позиция! Блин! Бою готов! Подходящая дистанция! Блин! Зал! Они уязвимы здесь, надо бить! Готов к бою, сэр! А я скажу, неплохо, а тут можно форты уничтожать, это мне понравилось. Пушка готова! Блин! Хороший залп нам поможет! Блин! Они по нам тоже стреляют, но... У нас блин! Скорее всего, что... Главное не попасть в ураган, который прикрывает. Залп! Кэп, удачная позиция! Блин! Так. Черт, сейчас будет держись! Атака! Нет. Подходящая дистанция! Блин! Мы на прицеле! Блин! Они уязвимы здесь! Надо бить! Блин! Блин! Хороший залп нам поможет! Блин! Давай еще раз! Подходящая дистанция! Отлично! Готовы, сэр! Блин! Кэп, удачная позиция! Блин! Выполняем! Но. Блин! Ребят, давайте. Морской дьявол! То, что нам сейчас понятно. Ой! Держись! Блин! Рифи Марселя и Брамселя! Сау! Вон Брамселя убрать! Ну, я ж попал! Меньше ход! Убавь парусов! Вы спятили? Эдвард, надо уходить от чудища. Держись! От ветра! На ходу не справится. Нужно время и гавань. Держитесь! Ой. Мартин! Приготовиться! Будет больно. Столкновение! Пустить паруса, ловим ветер! Так. Ну давай, добивай эту дуру. А, вон я почему я не мог добить. Готовы! Блин! Стреляйте прямо туда! К бою готов! Держись! Разобьете корабль, Кэп! Держитесь! Мы скоро развалимся, Кэп! Держись! Ой-о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 й. А все так хорошо начиналось. А ведь все так хорошо начиналось. Эх. Какие у нас планы, капитан? Нынче чудный день для грабежа. Есть идеи? Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Аде? А твоя цель? Кит намекал, что в Тулуме ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко на запад. Ты ему доверяешь? Не знаю. Но в чем ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро. Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулум. Мяшем получим. Довольно много урона, но зато мы сможем спокойно отстреляться по ним. Блин! Морской дьявол! Блин! Блин! Нас разворачивают в сторону. Блин! Сау! Паруса убрать! Крепче лежи! Блин! Прицеливаемся. Залп! Дали залп, попали. Блин!
Марселя одна! Вперед! Держись! Шторм, мать его! Ой, как по нам прошелся шторм. Надо отойти чуть подальше. Слишком близко. Бли! Сам! Бли! Блин, вообще, какого фига его шторм защищает этот остров? Бли! Вообще, нифига не честно. Убавить лиселя! Живо, живо, живо! Держитесь! Свободу гротам! Ловим ветер! Бли! Спустить бомбы Рамселя и Марселя! Марсели, гроты убрать! Бли! Ну! Наконец-то попал в грёбаном месте. Бли! Давай, еще, готово. Отдать гроты, по ветру! Черт, сейчас будет больно. Приготовиться! Плавим через два злых места. Зал! Пустите все, кроме гротов! Бли! Бли! Давай! Зал! Еще один! Готов! Следующие два места. Бли! Ой, прям как они нас. Бли! Бли! Прям как они по нам хорошо стреляют. Зал! Бли! Зал! Готово. Все, форта больше нет. Все наверх! Поднять паруса! Это было сложно с учетом урагана. Меньше ход! Все, давай! Столкновение! Подобрать паруса! Отдать гроты! Итак, причаливаем. Спустить паруса! Дальше корабль, по идее, сам паруса, живо! Да причалит. Одно только интересно, почему мы не атакуем. Ну ладно, проникнем в форт. Давайте проникнем. То есть тонкий намек, это не так просто, как кажется, да? Хотя нет, это просто, чем кажется, просто я не заметил из-за дыма. Минус один. Минус второй. А также, возможно, третий. И значит, скорее всего, четвертый. В общем, убивать этих бесполезно. Нужно убивать вот этих. То есть, соответственно, офицеров, потому что офицеры более важны, нежели подчиненные. Без офицеров армия может даже сдаться. Что, собственно, скорее всего, здесь и произойдет. Да, ну от форта, конечно, почти ничего не осталось. Это прикольно. Попробуем сверху убить офицера. Если у нас это получится. Но, видимо, нам не дадут забраться сверху. Молодец, ты застрелил своего красавца. Эй, я ж тебе... Я ж нажал парирование, с какого фига? Ага. Готов.
Тогда нажимаю, блин, парирование, а он все равно не парирует. На Xbox-овском, конечно, паде это было лучше, но на нем я не очень люблю проходить а-ля экшена, тем более здесь стрелять удобнее с мышки, наверное, я так думаю. Да ты офигел. Доберитесь до штаба. Штаб у нас... Ага, вот в той стороне. Ну что ж, доберемся до штаба. Надо, видимо, было в последнюю очередь убить того. Чувак, ну не надо так делать. Зачем ты у него прям так вот? Мы и так вас не убьем, не надо у него вымаливать прощение. Командир, я пришел за тобой. Как-то это не совсем пафосно получилось, но теперь это пиратский форт. Круто. Теперь у нас есть собственный укрепленный разрушенный форт. Ня. Заработать мало. Касатка. Или все-таки форт починили? Нет, форт все-таки такой же раздолбанный. А, морские контакты, закон океана. Или мы можем, например. Отводить ищеек, капитан! Отводить ищеек, да. Короче, что мы здесь можем сделать? Починить корабль вот там можно. Сколько у нас? 3740. Можно, кстати, что-нибудь там здесь. Похоже, вам не помешает исчезнуть. Нет, мне помешает исчезнуть, потому что я, в принципе... Калитрай пураки, капитан! Меня никто не ищет, так что... Так, во-первых, починить корабль. Так. Во-вторых, купить... улучшение для галки. Из всего вот этого мы можем купить на данный момент только бортовые орудия. Бортовые орудия у нас довольно слабые. Мощные стороны, конечно, тоже можно купить, но... 13 бортовых орудий средней огневой мощи. 4 основных пушки, позволяющие сильнее обстреливать и оглушать врагов. Я вот даже в растерянности, чтобы мне купить. Ну, давайте бортовые орудия улучшим, они более важные, на мой взгляд. И посмотрим, можем ли мы еще что-то по мелочи здесь сделать. Тяжелые ядра, эти ядра попадания наносят урон с небольшого расстояния. Давайте, почему нет? Хотя, по-моему, я покупал тяжелые ядра. Тяжелые ядра могут нанести врагу огромный урон на небольшом. Переведите взгляд на борт своего корабля, а затем просто нажмите для выстрела. В принципе, галка у нас выглядит примерно так же. Она оборудована 13 бортовыми орудиями, то есть пушками, соответственно. Seguro que será provechoso para los... В каком-то смысле теперь она улучшена. Ну, давайте попробуем начать вот это задание, закон океана. Потому что, насколько я понимаю, нам никуда в данный момент... А нет, надо все-таки основное задание. Ничто не истинно. Но мы можем начать дополнительное. А, что надо? 1800, сложность 3. Приветствую, приватир. Полный испанский капитан. Подлый, точнее, виновен в чрезвычайно жестоком убийстве нескольких моих работников. Возьми на абордаж его корабль и отними у него жизнь. Дабы... Почему она не прокручивается вниз? Ну, в общем, дабы он не делал этого впредь. Скорее всего. Ну, или что-нибудь в этом роде. Так, отправляемся к месту засады. То, что у нас есть корабль, это прям великолепно. Команда нас прям... приветствует, прям рада, что мы здесь.
Так, место засады. Кстати, вот как только мы захватили форт, у нас открылась полностью вся карта вот в этом регионе. То есть каждый захваченный форт открывает определенную карту. Вот, то есть, как вот здесь, например, вот эту и так далее, и так далее. То есть, чем-то мне это напомнило Assassin's Creed местами... Assassin's Creed, Far Cry, где там вышки открывали тоже карту. Ну, в принципе, как-то так. Где у нас в итоге место засады-то? А, вот, все нашел. Так, врубаем полную мощь, так сказать. У нас есть укрепленный форт теперь. Называется «Попробуй, подойди, убьем». Хотя он на самом деле нифига не укреплен. Но кто об этом знает, правильно? У нас здесь оплывают все корабли, которые мимо. Кстати, вот у того места, где... Помните, я пытался забраться на корабль, который утонул, да? Видимо, вот для вот таких мест и нужен батискаф для подводных плаваний. То есть, ну... Скорее всего. Что будет, если мы корабль в бочину протараним и начнем с ним воевать? Под борт! В воде какой-то груз! Ладно. Уже близко, капитан. Так, вот засада. Там есть несколько маленьких кораблей. Один большой брик. Еще паруса отдать! Отдать гроты, парни! Поворачиваемся к ним боком. Слева! Начинаем обстрел. До приказаний! Подходящая дистанция! К бою готов, сэр! Пли! Готовы, сэр! Сал! Держитесь! Сосредоточьтесь, капитан! Они пытаются от нас уйти. Пли! Для атаки. Но нам без разницы. Пли! Мы будем укрываться. В нас попали! Главное вовремя это делать. И... Блин! Удачная позиция! Готов, абордаж. А ты, малек. Блин! Они уязвимы здесь, надо бить! Блин! Пришла водичка! Вот как-то так. Спусти бомбром селя и марселя! С для абордажа. Бомбром селя убрать! Тяни, живей! Ну что ж, мы можем спокойно начать их обстреливать прямо отсюда. Обороняйте палубу! Вот как-то так мы это сделали. Осталось 7 из 10. Подойдут! Смотрим ускорять! Готово! Возьмите на абордаж, мы же его взяли вроде, нет? Как быть с кораблем? Ну, наверное, все-таки отправить во флот Кэноэ. О! Мы теперь можем отправлять во флот. Давайте, отправить во флот. То есть теперь мы можем действительно создавать собственный флот. Это круто. Так, закон Анг... Хотя мы, кстати, ну, взяли, но как бы не, нам не зашли, что мы взяли. Но в целом все зачлось. Какие у нас планы, капитан? Нынче чудный день для грабежа. Есть идеи? Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Аде? А твоя цель? Кит намекал, что в Тулуме ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко на западе. Ты ему доверяешь? Не знаю. Но в чем ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро.
Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулум. Ну так мы вроде взяли хороший приз уже, мы только что захватили форт. Чем нехороший приз? Денег, правда, там не было. Блин, вот, кстати... О, только хотел сказать, вот тут что-то классные какие-то индийские... Точнее, майя. Майя там. Пирамиды. Пирамиды майя. Так, нам нужно найти... Ох ты ж, внимание, не выдать себя. Давайте-то наверх заберемся. Просто нам нельзя себя выдавать. Вот, идти аккуратно. Он смотрел прямо на нас. Там опять же смотрят прямо на нас. Его надо обойти. Скорее всего. Совсем незаметно. Черт! Дисгранизация, нас обнаружили. А вообще вот очень печально получилось, зачем он выпрыгнул второй раз, я не понимаю. Возьмем клинки, потому что он клинками может убить двоих, а так, по-моему, не может. А, там написано не убивать. Как только он отвернется, я пробегу вперед и нокаутирую. Ну да, типа вот так. А здесь, наверное, более логичным будет... Действительно прыгнуть вот так, проплыть вдоль самого-самого берега. Что у них? Да, в принципе, тоже не так много. Вот жалко, кстати, в предыдущих ассасинах там обычно много добычи было. А здесь она как-то не особо. Еще минус один. Быстрей, пока нас никто не увидели. Никто не увидит, точнее. Бросим тебя здесь. Так. Нам надо, по-моему, 4 сундука, да? Чё-то. Быстро проходим тут. Дальше нам уже не так важно.
Здесь главное убить и спрятать сразу. Хотя на самом деле мы могли бы просто залезть, по идее, вот сюда и пропрыгать. Не могли бы. Ой, мы еще так не скупали. Ну, наконец-то он его поднял. Ладно, будем аккуратненько путешествовать. Да, иди сюда, проверь. Ну... Так, сейчас надо быстро убрать этих двоих, как только тот отвернется. Ну, хотя бы мог быстро убрать. Не получается. Нет, вы видели эту наглость? Бежал по кругу и прибил его. Ну что ж, продолжение тогда, ребят, этой миссии вы, скорее всего, увидите в следующей части. А сейчас всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. И я стараюсь для вас делать все поинтереснее, насколько это возможно. Всем спасибо, всем пока.